Влад, не делай этого! Глеб, подъем! Заткнись! Глеб требует от тебя извинений. Я сегодня целый день буду делать все твои дела и выполнять все твои желания. Вот что ты не захочешь, я должен это исполнить. Правда? Все, что захочу, ты сделаешь? Обещаю. Влад, ты попал? Влад! Так, Влад, приберись в моей комнате. Да здесь идеальный порядок, Глеб. Устрой, не строй порядок, это отстой. Теперь беспорядок, убирайся. А еще он хочет от тебя новую ламбу. Ну что, у тебя есть какое-то следующее желание? Топить педаль! О нет! А теперь ты должен ее починить. Разряд. Сейчас я перекушу и поедем на ангар. Зачем? Хочу провести один эксперимент. Блин, надеюсь, все прокатит. Ну что, раз, два, три. Эксперимент, очевидно, неудачный. Эй, уборщик! Вот тебе еще работа. Пора ужинать. Че хочешь? Самую большую пиццу. Я хочу пиццы. Ну что, Глеб, как я тебе и обещал, самая большая пицца в городе. Это самая большая пицца, которую я когда-либо видел, а ты? Я тоже. Друзья, я для вас оставил кусочек пиццы в закрепленном комментарии. Ха, наелся и спит. Нет! Не делай этого! Глеб, подъем!